вспомнилось вот это высказывание ДДД – доедать, донашивать, доживать. Ведь многие люди в них вот эту программу вложили еще в совке, чтобы он до пенсии бежал. У него была пенсия как морковка, до которой надо добежать. Получил пенсию, все, полгода, несколько месяцев, год. И отваливайся. И действительно так очень много работяг. Вышел на пенсию, все, и отвалился. Вот. Один из моих учителей мне говорил, что рост человека измеряется не в сантиметрах от макушки до пяток. Рост человека – это его полет мечты, целей, его масштаб от макушки до неба. Тем более здесь вот небо просто какое-то. И небо не предел, да? Вот. Это нам выбирать, какую жизнь мы себе... Либо мы ее себе умышленно укорачиваем вот этими дебильными программами, добежать даже и до пенсии. Либо мыслим так, что не хватит и 10 жизней, чтобы выполнить то, что мы наметили. И, наверное, это и есть путь к долголетию, к качественному долголетию, не просто там годы себе насчитать. Есть люди, за год успевают столько, сколько кому-то, да, и 10 жизней ничего не успеет. Итак, это наш выбор. Вот такие инсайты, может быть, и вам это полезно.